Датский физик Ганс Христиан Эрстед, изучая природу магнетизма, обратил внимание, что стрелка компаса, случайно оказавшаяся на столе под проводником, в отсутствие тока располагалась параллельно проводнику. При включении тока стрелка компаса отклонялась от первоначального положения. Изменение направления тока сопровождалось аналогичным отклонением, только в противоположную сторону. Опыт Эрстеда доказывал, что электрический ток оказывает магнитное действие. Французский физик Андре Мари Ампер изучал взаимодействие проводников, по которым течет электрический ток. Если пропустить ток по двум параллельным проводникам, то окажется, что проводники, по которым текут токи в одном направлении, притягиваются друг к другу. Проводники, по которым токи текут в противоположных направлениях, отталкиваются друг от друга. Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, стали называть магнитными силами. Причиной возникновения магнитных сил является магнитное поле, которое появляется вокруг проводника с током. Подчеркнем, что только движущиеся заряды, электрический ток и постоянные магниты создают магнитное поле. Неподвижные заряды не создают магнитного поля. При изучении взаимодействия постоянных магнитов было установлено, что постоянные магниты имеют два полюса – северный N и южный S. Одноименные полюсы отталкиваются друг от друга, разноименные притягиваются. Если разделить магнит на множество частей, то каждый фрагмент магнита будет иметь два полюса. Таким образом, северный полюс магнита нельзя отделить от южного. Ампер сделал вывод – что нет оснований считать, что в природе существуют отдельные магнитные заряды. Ампер выдвинул гипотезу, что внутри атомов и молекул циркулируют элементарные электрические токи. Если эти токи расположены хаотично, то их действие взаимно компенсируется, и магнитными свойствами тело не обладает. Если элементарные электрические токи ориентированы определенным образом, возникает состояние намагниченности. Следовательно, Магнитные свойства любого тела объясняются замкнутыми электрическими токами внутри него. По сути, магнитное взаимодействие ⁇ это взаимодействие токов.